Ну, с точки зрения мамы, мой ребенок, слава богу, я думаю, что ни в чем не нуждается, то есть у него все есть необходимое для жизни. А масса же до тех пор, пока у нас будут существовать детские дома, и да, это такая очень болезненная тема на самом деле. Дети, которые бегают по улице и которые никому не нужны. К сожалению, это есть. И много же сейчас говорят о том, что раньше в бурятских семьях вообще не было детей без родителей. То есть их усыновляли, их опекали, и дети были самая большая ценность. Старики и дети, да? А сколько сейчас в детских домах бурятских детей? То есть что-то, значит, происходит, это опять вопрос о национальной культуре, да, которая уходит, и уходит со всем тем хорошим, что было. И это очень больно от этого. И люди для меня, те, кто усыновляет детей сегодня, чужих, я не знаю, для меня они святые. Я вот, например, не чувствую в себе силы на такой подвиг. И когда человек, есть у меня знакомые, которые это сделали, но для меня они просто святые люди. Да. Мне кажется, вот это, наверное, действительно самое важное в жизни, что можно сделать.